по прозвищу Сумкар, то есть Сокол. Этот боец, 29-летний спортсмен из Казахстана, воспитанник южно-казахстанской школы самбо. Представляю. А также команду KSK News. В Германии становился чемпионом страны по ММА в полулегком весе. По профи дерется с 2011 года. И fighting out of Almaty, Kazakhstan, here is Arman Osmanov. Fighting out of Bielefeld, Germany, here is Lom Ali, Leon Eskie. Один дает команду о начале поединка, это полулегкая весовая категория. Хайкик мимо цели. На стороне бойца. Да, хайкик республики. Решил не бить, лоу-киком отвечает. И сразу же от Армана Оспанова. Очередной хайкик. Очень тянется вот эти удары. Выбрасывает. Силы не экономит. Сейчас по корпусу. Том. Оспанова, тем не менее, бойцу из Казахстана удается вновь выйти на оперативный простор. Очень быстро получилось. Хороший лоу-кик тем временем от Лом Али. Аналогичным действием. Киев. Он диктует ритм этого поединка постоянно. О, выбил буквально сейчас левую ногу из-под соперника из Ким. Давай. В область печени уже не первый раз. Бьет Арман. И хайкик теперь. Перехитрил. И стал намного осторожнее. Дерется сегодня Арман Оспанов. Много козырей в его рукаве. И сейчас в борьбу пошел Лом Али Эскиев. Эффектный бросок. И довольно трудно отдать кому-то преимущество в этом раунде. И начинается второй отрезок этого поединка. Лом Али Эскиев против Армана Оспанова. Что сейчас сотворил Арман Оспанов? Показал на свое колено. Да, это было супер. Смотрим еще раз этот момент. Вот как раз наглядная иллюстрация того, что... Следующий поединок сегодня пройдет тоже в полулегком. Your winner by way of KO, Арман Оспанов! Начинается второй поединок турнира ACA-95. Полутяжелая весовая категория. Игнаев, российский боец из Северной Осетии. Отдал пространство под раз Агнаев сразу же. Повыше на 5 сантиметров. Как бы размену дистанции. Хорошо попал, и похоже, что-то секунду. Грузи. Продолжает обрабатывать Евгений лоу-кик соперника. И тут же серии заряжает. Имеет свой эффект. Очень жестко действует и Гимбердиев продолжает идти вперед. Опять на досрочное завершение Евгений. И опять же мидл-киком слева отвечает Агнаев. Вперед идет и Гимбердиев. Чаще по корпусу. Это Гимбердиев. Попадание. И пытается добить сейчас и Гимбердиев. Соперника попадает. И по правилам. И нет. Колено. Локоть подключает. Еще один удар на коротке. Еще один удар. Огружился, нарастил. Бой закончен. Но что без секундомера? Вот вопрос, который повисает в воздухе. Ну что же, посмотрим,
Дилан уже в первом раунде. Хоп, идет вперед. Еще серия ударов, попадает справа. В колени. Ну, Агнай пытается встречать. Бэкфист по воздуху размашистый. Слева снизу не мог встречать. Вновь открыл печень. Евгений Гимбердеев и вновь попадает. Сейчас слева оседает. Настил Батрас Агнаев, но продолжается. Ждется к сетке сейчас Батрас. Но не получается. И тут же еще серый удар. На Настиле оказывается Батрас Агнаев. Вновь начинает добивать. Евгений Гимбердеев. Активнее обороняться. Батрас Агнаев и Гимбердеев оказывается в маунте. Много ударов сколько, что-то попадает и закрывается. Оборона все ближе и ближе к пассивной. Виктор Корнеев, похоже, уже готов вмешаться. Одна, две, три, четыре. Удары сыпятся без остановки. Не отвечать Батрас Агнаев. Бой завершен. Теперь все. А Батрас потерпел второе поражение в карьере. На этот раз нокаутом. Техническим. Your winner by TKO, Евгений Гимбердеев! Ну что ж, поздравляем еще раз Евгения Гимбердеева с этой яркой, уверенной победой. Сразу же, начиная с первого раунда, он захватил инициативу и затем...